Наша сегодняшняя тема называется «Адвентисты седьмого дня. Факты и сплетни». Когда я впервые услышал весть адвентистов седьмого дня, некоторые из вас знают о моем личном свидетельстве, то, что прошлое у меня по большой части было безрелигиозным. Я всегда немного переживаю, когда люди смотрят на эту фотографию и говорят, «О, этот принёк выглядит шустрее». В моем подростковом возрасте, исходя из иудейского прошлого, знаете ли, тогда мои мама и папа, папа был атеистом, мы росли практически ни во что не веря. Я ходил в католические школы, а также иудейские, но мы не были в действительности знакомы с религией. И я никогда не слышал о адвентистах седьмого дня. Таким образом, после того, как я прочитал Библию, тогда я жил еще в пещере во времена хиппи, и когда я прочитал Библию, я принял Иисуса силой у Божьего Слова. Тогда я сказал, мне нужно идти в церковь. У меня не было никаких... У меня не было никакого представления, куда идти. Все, что я хотел, это пойти туда, где бы я нашел библейских христиан. Тогда я начал учиться и встречаться с разными евангелистическими церквями. И я говорю вам, что на тот момент я никогда даже и не слышал о адвентистах седьмого дня. Если бы вы спросили меня, кто они такие, то я бы не нашел никакого ответа. И я боюсь, что у мира есть много людей, у которых все еще также нет никаких идей, или у них есть неправильные представления. Вы знаете, когда я путешествую, я пастор, и когда вы встречаете людей, вы начинаете с обычного знакомства. Кто вы, откуда вы и чем занимаетесь? Я пастор. Какой церкви? Адвентист седьмого дня. Адвентисты седьмого дня, во что вы верите? Okay. Это вы те, которые не верят в приливание крови, верно? Я говорю, нет, это не мы. они говорят, адвентисты седьмого дня, это АССС, AS, AS, это святые последних дней? Я говорю, нет, мы АСД, а не ЛДС. Что не следует путать с АОГ, что есть ассамблея Бога, или церковь Бога, либо пресвятеряне. И люди, вы удивитесь, но они потеряны в этом количестве разных деноминаций. И вы можете знать причину некоторых этих заблуждений, потому что существует буквально сотни разных деноминаций в Северной Америке, которые все утверждают быть христианами. И таким образом люди теряются в этом калейдоскопе разных деноминаций. И тогда вы пытаетесь объяснить, кто такие адвентисты седьмого дня. Некоторые начинают остерегаться, если они не знакомы с этим, или не знали кого-то, кто знал еще кого-то, или у них был родственник, и все, что они знают, это то, что мы ходим в церковь в другой день и не едим свинину. Годы назад я слышал историю, я не знаю, насколько она достоверна, возможно, это выдумано, но я все равно поделюсь ею с вами. Кто-то из вас помнит шоу под названием «Искусство Линклитера»? И в этой программе у них была рубрика, которая называлась «Дети говорят странные вещи». И там была одна маленькая девочка. Ее спросили что-то вроде «Что ты вчера делала?». Она сказала «Ходила в церковь». А они говорят «Вчера была суббота». «Ты не имеешь в виду, что ты ходила в церковь, верно?». Она сказала «Нет, мы ходим в церковь в субботу». «А, так ты ходишь в церковь в субботу». Они спросили «Почему так?». Она сказала «Мы адвентисты седьмого дня». Адвентисты седьмого дня, во что вы верите? Она сказала, ну, мы не едим свинину и ненавидим католиков. Это наверняка помогло нашей общественной репутации. Первая часть, то, что мы не едим свинину, это правда. Я надеюсь, что остальная часть это неправда. И вы знаете, у людей есть эти представления и также много недопониманий. Но это интересно. За последние месяцы по некоторым причинам адвентисты седьмого дня выходили, и я ожидаю, будут выходить больше на публику. Таким образом, я подумал воспользоваться этой возможностью и поговорить, кто такие адвентисты седьмого дня, о некоторых фактах, а также разрушить некоторые сплетни. Когда я с Карен посещал Фиджи пару недель назад, или, или это было на прошлой неделе, возможно, даже две недели назад, тогда, будучи там, мы встретились с новым президентом, которого они избрали. Это майор генерал Джордж Конроти, который является первым адвентистским президентом в этом островном государстве. Он встречался с нами дважды и говорил, что Amazing Facts отыграла роль в том, что он сегодня стал адвентистом седьмого дня. И нам было приятно это услышать. Удивительный, смиренный человек, очень разумный и очень уважаемый в его стране. И затем, конечно, у нас есть кто-то, э, по крайней мере, во время этой записи, всегда пытаюсь идти в такт, так как, возможно, это кто-то увидит через несколько лет. Это адвентист седьмого дня, который сейчас очень известен по опросах, он баллотируется на республиканского кандидата, доктор Бен Карсон. И в действительности я общался с ним приблизительно полтора года назад. Он был на нашем религиозном вещательном собрании. Думаю, я видел здесь брата Двейна, он был также там со мной. Я стоял позади него. В действительности мы встречались с ним еще до этого, так как довольно часто он был на одних и тех же лагерных встречах и собраниях, где я был, и я коротко видел его за кулисами. Но все это было еще до того, как он объявил, что он баллотируется. Таким образом, сейчас такие, как Дональд Трамп и другие говорят, я не знаю, кто такие адвентисты седьмого дня, кто они? И люди начинают искать в гугле, кто это. И я волнуюсь, потому что они заходят на некоторые страницы, авторы которых ничего о нас не знают. И знаете, вы найдете хорошие и плохие вещи в интернете. Некоторые люди думают, это должно быть правда, я прочитал это в интернете. Поверьте мне, не все, что вы увидите в интернете, правда. И когда вас что-то болит, не пытайтесь узнать, что это в интернете, потому что там вам скажут, что вы умираете. Таким образом, кто такие адвентисты седьмого дня и чем мы отличаемся? Одним словом, адвентисты седьмого дня очень просто являются библейскими христианами. И, конечно, многие христиане так говорят, но это то, во что мы верим. Если вы хотите узнать, во что верит церковь, давайте сразу с чем-то разберемся. Когда вы хотите узнать, во что верит деноминация, не говорите, я знаю одного баптиста, так что я знаю, во что они верят. Потому что я думаю, каждый баптист согласится, что есть люди, которые ходят в баптистскую церковь и не самым лучшим образом отражают баптизм, или даже не знают, во что они верят. Таким же образом, это будет правда в случае с методистами, пресвитерианами и, конечно, адвентистами седьмого дня. Так что, когда вы хотите узнать, во что верит церковь, не смотрите на кого-то. Но, но не поймите это неправильно, вы все должны, если вы члены. Мы знаем, у нас есть много людей, которые не являются членами нашей церкви. Но если вы член церкви, вы должны жить жизнью, которая будет хорошим примером того, во что вы верите. Но не каждый так делает. И каждая церковь имеет своих чудаков. Верно? Так что если вы хотите узнать, во что действительно верит церковь, взгляните в фундаментальные документы. И если в этих документах вы посмотрите, во что верит адвентисты седьмого дня, там черным по белому написано, очень понятно. Это обетование при крещении. Когда вы присоединяетесь к церкви, вы говорите, «Мы верим, что Библия – это богодухновенное слово, и только оно является правилом веры для христиан». Мы верим в Старый и Новый Завет, состоящий из Слова Божьего. Мы верим и принимаем Слово Божье очень буквально. Мы верим, что оно Богодухновенно, безошибочное Слово Божье. И вы услышите от людей, из-за того, что адвентисты седьмого дня верят, что Бог обращается через людей, в противном случае зачем старам вставать и проповедовать? Если вы не знаете, ли через него Бог, верно? Я одна из основателей адвентистской церкви, Елен Джи Уайт. Большинство адвентистов седьмого дня верит, что она была вдохновлена и имела дар пророчества. Таким образом, из-за этого люди говорят «Адвентисты седьмого дня». Вы строите свои учения на трудах Елены Уайт. Сейчас я собираюсь кое-что сделать, потому что я знаю, многие из вас являются адвентистами седьмого дня. Я сойду к вам вниз, и мы снимем вас на камеру. Мы направим на весь зал, мы не будем снимать вас отдельно. Если что, это было предупреждение, потому что некоторые из вас выглядят довольно устало. Я хочу, чтобы вы улыбались. Хорошо, я иду к вам. Я хочу задать один вопрос. Я хочу, чтобы зрители услышали ваш ответ. Кто из вас является членом адвентистов седьмого дня? Я вижу, многие не поднимают руку. Вы посетители, хорошо. Таким образом, снимая членов церкви, вы будете в этом свидетелями. Основываем ли мы наше верование на том, что говорит Дух Пророчества Елена Уайт, или на том, что говорит Библия? Хорошо. Просто хотел заснять это. Я не говорил вам, что я собираюсь это сделать, верно? Так что теперь это все запечатлено. Те, которые смотрят, возможно, увидят эту запись, если мы выложим ее. И я хочу, чтобы они знали, это то, во что мы верим. И сама Елена Уайт, которой мы верим, была вдохновлена Богом. Она говорила, не основывайте ваши верования на том, что сказала я. Она говорила, основывайте это на Слове Божьем. Таким образом, вы услышите людей, которые обвиняют нас в этом. Но это неправда. Иисус сказал, «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Это Матфея 24, 35. А у Матфея 4.4 написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Таким образом, все, что сказано пастором, все, что сказано пророком, или кто бы это ни был, это должно сопоставляться с тем, что говорит Слово Божье. Я буду с вами очень открыт. Когда я впервые услышал о адвентистах седьмого дня, я подумал, что это очень своеобразное название. Знаете ли, когда я начал говорить, Господь, покажи мне свою церковь, потому что тогда я служил с многими разными церквями, и я обнаружил, что они не соглашались в определенных, на мой взгляд, ключевых доктринах. Я просто вернулся в пещеру и сказал, Господи, все, что я хочу, это знать истину. Покажи мне. И я ожидал, что я найду церковь, которая будет называться Церковь Бога. И в действительности есть церкви, которые называются Церковь Бога. Это замечательное имя. Или я думал, я найду ту, которая называется Церковь Христа. И уже также есть церкви, которые называются Церковь Христа. Или еще Ассемблея Бога. Ассемблия не была бы моим первым выбором, но это также замечательное имя. И знаете, вы найдете много хороших имен, которые защищены авторскими правами. И есть люди, которые борются за то, чтобы выбить себе определенное имя. Многие церкви названы по-разному. Мы живем в последнем времени, я хочу быть святым последних дней, а вы? Но это мормоны. И наши верования отличаются. Я хочу быть свидетелем Иеговы. Но вам нужно быть осторожным, потому что это другая отличающаяся деноминация. Так почему адвентисты седьмого дня? Что же, это очень просто. Вместе с другими девятью заповедями мы верим в соблюдение всех десяти, и одна из них говорит «Помни день субботний». Таким образом, мы служим в седьмой день недели, в субботу, в день отдыха. Мы не находим никаких доказательств в Библии или в истории, что это было изменено Богом. Таким образом, мы делаем то, что Бог заповедал. Мы признаем эту заповедь. Это первая причина. Слово «адвентист» означает, что мы верим в скорое пришествие Иисуса. Христос говорил все «ду скоро. Он говорит это несколько раз в Откровении. Евангелие от Иоанна, глава 14, он говорит, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять». Тогда ученики, апостолы, сделали на этом большой приоритет говорить о коротковременности жизни, возвращении Господнем, и чтобы люди приготовлялись к этому событию. И, следовательно, мы верим, что мы церковь, которая была призвана в этом последнем поколении, в последнем периоде церкви, периоде Лаодикии, приготовить мир к пришествию Иисуса. Это все, что значит слово «адвентус». Поэтому мы называемся «адвентисты седьмого дня». Но, скорочено, мы библейские христиане. И иногда имена могут звучать запутанно. Немного история о формировании церкви. Назад, во времена 1835 года, было великое открытие, которое стало известно как «Великое пробуждение». Но это не следует путать с адвентистами седьмого дня. Адвентисты седьмого дня не были сформированы как церковь до 1863 года. Я думаю, имя было выбрано в 1860, оно было зарегистрировано в 1863, и во времена 1835-1844 годов было это миллерское движение. Вильям Миллер был баптистом. Он был адвентистским баптистом. И сотни тысяч христиан Северной и Южной Америки, а также Европы, читая пророчество Даниила, они были убеждены, 8 глава, 14 стих, где написано, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Они думали, эти стихи означают, что Христос придет наприкняция этого периода и очистит землю огнем, и что земля это святилище, и что придет Иисус. И это правда, Господь грядет с огнем, но. Они недопонимали пророчество, и это того, что они верили, и они искренне в это верили. И тогда зародилось великое адвент-движение, которое также известно как великое разочарование, когда в 1844-м эта октябрьская дата прошла, Иисус не пришел, и люди говорят, адвентисты седьмого дня, вы те, которые устанавливали даты возвращения Иисусова. Я снова сойду вниз, приготовьтесь. Сейчас я хочу спросить вас, надеюсь, вы знаете вашу Библию и историю. Устанавливали ли мы когда-нибудь как церковь дату второго пришествия Иисуса? Хорошо, спасибо большое. Это выглядело очень решительно. Мы не устанавливали даты. Это был миллеризм. Это они устанавливали даты. Мы даже не были сформированы как церковь после многих годов спустя. Что есть правда? Это то, что множество церковных групп разбились на куски и выросли из этого разочарования. И это не обязательная плохая вещь, потому что если вы любите Иисуса, вы знали о том, что библейские писатели Нового Завета написали все после организации, после пережитого, после великого разочарования, потому что они также не понимали пророчества. Верили ли апостолы, что Иисус умрет на кресте, несмотря на то, что он говорил им об этом? Не были ли они разочарованы? Разве они не думали, что Иисус собирается сокрушить римлян, сесть на трон Давида и объявить себя царем, и сделать Израиль буквальной нацией? И даже после того, как он воскрес с мертвых, они пришли к нему и сказали, «Установишь ли ты теперь свое царство?» И он сказал, «Знаете, вы ничего не поняли». Они были разочарованы. Таким образом, это не должно удивлять нас, что Бог поднимет движение, исходящее из праха, великого разочарования. Именно так разворачивается Новый Завет. Было много недопониманий. Также они думали, что они не должны проповедовать чужинцам. Когда Петр впервые пошел в дом Корнелия, он думал, что весь о Мессии была только для евреев. И его нужно было убеждать, что это не так. Эта весть должна быть услышана всеми. И таким образом, так произошел рост из этого великого разочарования. Мы были сформированы в 1863. Но, чтобы показать вам всю картину, что мне нравится об адвентистской церкви, это то, что мы, мы своего рода остались едины. Знаете ли, те христиане из разных деноминаций, которые просто отодвинули в сторону свои различия, э, в те времена, когда Иисус не пришел в 1844, тогда были баптисты, методисты, конгрессионалисты, пресвятеряне, все эти разные деноминации, они сказали, давайте исследовать вместе. Очевидно, мы недопонимали Писание. Возможно, есть и другие недопонимания. Это было не так давно, когда протестанты вышли из темного периода Средневековья, где правда была сокрыта от многих. И они сказали, давайте учиться. И во время этих изучений от христиан с различных деноминаций развивалась церковь. Они сказали, давайте вернемся к Библии. Они обнаружили, что было несколько вещей, которым они следовали, и которые не были библейскими. Позже мы поговорим о некоторых из этих вещей. А сейчас о некоторых из основателей нашей церкви. Был один пресвитеран, которого звали Джозеф Бейтс. Очень интересный человек. Вам нужно узнать его удивительную биографию. Будучи подростком, он находился в бегах, затем оказался в тюрьме. Также после британского военного морского флота его почти съели акулы. Просто невероятная история. Джозеф Бейтс. Один из основателей церкви вместе с Джеймсом и Елен Уайт и множеством другими. Все они были молодыми. Многим из них было по 20 лет. Джозеф Бейтс был своего рода стариной. Так во что мы верим? Что развилось из этого библейского изучения, которое соделало нас как церковью, в которой мы на сегодняшний день находимся? Первая вещь. Мы верим в последовательность Библии, любя Господа и ближнего. Мы верим в служение другим. Адвентисты седьмого дня имеют всемирную общественную программу. Некоторые из вас слышали об БАДРА, Адвентистское агентство помощи и развития. Мы ездим по странах всего мира, особенно когда там бедствия. Мы предоставляем помощь, а также постоянную поддержку чтобы помочь нуждающимся людям. Иисус говорил, «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». И затем Он сказал, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Так что адвентисты седьмого дня верят в облегчение страданий человеческих. И это часть служения Христу, это означает быть христианином. Некоторые доказательства этому. По всему миру у нас есть очень обширное служение, связанное со здоровьем. У нас есть госпитали, и их насчитывается 171 адвентистских госпиталей и санаториев по всему миру. Это самое большое здравоохранное служение, самое большое христианское здравоохранное служение после католиков. Католики имеют длинную историю медицинских работ. Адвентисты седьмого дня рассматриваются как э, «определенно мы не самая старая протестантская группа, но мы вторые, когда это приходится к нашему пониманию облегчения физических страданий человечества и служению больным». Мы лечим 14 миллионов 997 тысяч людей каждый год. Согласно с расследованиями, которые проводились не так давно, из-за того, что адвентисты седьмого дня верят в то, что Библия учит здравому образу жизни, и то, что наше тело — это храм Духа Святого, о заботе о нашем теле, множество изучений показывают, что адвентисты седьмого дня живут в среднем на 10 лет дольше, чем среднестатистический гражданин. В некоторых странах эти цифры различаются, но в Америке в среднем мы живем на 10 лет дольше. И я думаю, у меня где-то была фотография, которая показывает... Да, вот она. Это Марч. Во время этой записи ей 104 года. Некоторые из вас видели национальную географическую статью «Секреты продолжительной жизни». Они определяют четыре группы людей. Три из них идентифицированы, основываясь на определенной территории. Я думаю, это была Сардиния, Аканава, Япония, э, Ламалинда, но там было еще четвертое. А? Ханза? Разве Ханза? Я точно не помню, если это одна из них. Но в любом случае, там было четыре группы. Одна из них, это адвентисты седьмого дня. Они были сосредоточены на Лама Линде в Калифорнии. Но это не из-за расы или географического положения. Это благодаря их системе верований. Они сказали, адвентисты седьмого дня определенно живут дольше, чем другие. Это благодаря их Одна вещь это покой в седьмой день. В этом есть кое-что связано со здоровьем, но в конкретности это из-за их образа жизни. И адвентисту седьмого дня немного легче дожить до ста лет, чем обычному гражданину. Это из-за того, что мы верим в заботу о наших телах. Мы избегаем нечистой пищи, алкоголя, табака и множество других вредных занятий. Я хочу поделиться с вами некоторыми фактами о адвентистах седьмого дня. Я только вчера вечером их распечатал, потому что цифры каждый день меняются, очень динамично. Но во время этой записи, в ноябре 2015 года, у нас есть 78 тысяч церквей по всему миру. Во время 2000-х годов членов церкви было приблизительно всего 7 тысяч, или 78 тысяч, где-то так, Сейчас нас 18 с половиной миллионов. И это число растет. В прошлом году мы крестили, э... я могу ошибаться, возможно, это количество крещений за последние пять лет один миллион. Хотя я думаю, должно быть больше. Да, возможно, это за последний год один миллион крещений. И недавно мы прибавили к этому числу 18 тысяч рукоположений. Сколько сейчас в мире стран, согласно СУОН? 237. Не только стран, но включая места, которые рассматриваются как населенные пункты, и которые не являются частью какой-то страны. Их 237. Адвентисты седьмого дня работают, и всех 237 у 216. Это побуждает. Иисус сказал, и проповедано будет Евангелие Царствия по всей земле. Адвентисты седьмого дня работают на 947 языках. Таким образом, люди, которые делятся посланием по всему миру, делают это на 947 языках. Иисус сказал каждому языку и народу. Что насчет образовательных программ? У нас есть 7575 школ, в которых учатся 1 миллион и 80 тысяч учеников. И это количество растет. А также 294 клиник и амбулаторий, 34 приютов для сирот, 50 медиа-центров, 63 публикационных издательств, которые печатают на 366 языках. Таким образом, это всемирное движение. Некоторые из вас, возможно, присоединятся к этому движению сегодня во время церемонии крещения, и мы подумали, вам будет интересно узнать об некоторых из этих фактов. Так что это дает вам маленькую картину того, что мы делаем. Нашей системе образования, медицинские учреждения, медиа-центры. И Amazing Facts является частью этой всемирной медиапродукции церкви адвентистов седьмого дня. Что насчет наших учений? Потому что это самая главная черта. Какие у нас ингредиенты? Вы знаете, когда вы спрашиваете человека, во что верит твоя церковь? Этот человек может сказать, дайте мне подумать, что там говорил мой пастор, о что мы верим на прошлой неделе. Или вы можете услышать, я не знаю. Нужно спросить у членов моей церкви, если вы собираетесь присоединиться к церкви, по какой причине вы это делаете? Вы знаете, по каким причинам большинство людей избирают церковь? Позвольте мне подумать о списке. Топ-10 причин, почему люди присоединяются к церкви. Это церковь, в которую ходила моя семья. Знаете ли, наши люди, наша семья поколениями мы были католиками, поэтому я также католик. Во что вы верите? Э, я не знаю, позвольте мне спросить священника. Но некоторые люди, они присоединяются к религии просто так. О да, я родился баптистом, я умру баптистом. Во что вы верите? В то, что верит моя церковь. А в что верит она? В то, что учит наш пастор? Во что он верит? Ну, мы верим в одно и то же. И некоторые люди не уверены, они будто следуют этой культуре. Некоторые люди избирают церковь, потому что это недалеко от их дома. Почему вы туда идете? О, это так это прямо здесь за углом. Удобно. Во что там верят? Э, я не знаю, но я во многом с ними соглашаюсь. Я знаю это, потому что нам звонят на радио, и мы слышим причины, по которым люди присоединяются к церкви. А вот еще одно. Почему вы посещаете эту церковь? О, это церковь, где абсолютно каждый в нашем обществе идет именно туда. Это церковь, в которой приходят влиятельные люди, там там у нас связи. Карен и я посещали одну церковь на последней неделе, и практически это то, что они говорили. Это церковь, где люди имеют связи со своим обществом, там влиятельные особы. Годы назад, когда сменялись президенты, и когда-то президенты ходили в церковь более чаще в воскресенье в штате Вашингтон, и они часто приглашали местные методистские церкви, а также пресвитерианские. И эти постоянно спрашивали, будет ли там сегодня господин президент. Они хотят идти туда, куда идет президент. Идем далее. Почему вы ходите в эту церковь? О, это самое удивительное здание. Я иду туда, и когда через цветное стекло просвечивается солнце, я просто чувствую присутствие Бога. Это архитектура, стены, эхо. Это всего-навсего здание. Во что они верят? Я не знаю, но это так прекрасно. Это правда, некоторые люди так думают. Почему вы идете в эту церковь? У них есть замечательная детская программа. Э, я думаю, у нас также замечательная детская программа. И все хотят идти в церковь, где есть хорошая детская программа. Но разве это причина, по какой вы выбираете церковь? Почему вы идете в эту церковь? Музыка. Я люблю петь, а у них там есть хор, поэтому я иду туда. Во что они верят? Ну, меня не волнует их верование, но как поют, это просто за пределами этого мира. И если это ваша причина, тогда вам нужно присоединиться к мормонам, потому что они действительно хороши, не так ли? У них прекрасно, там поют, но во что они верят? И это вопрос, во что вы верите? Верно? Таким образом, когда вы будете принимать решение и говорить «я присоединяюсь к церкви», даже если вы хотите, чтобы там был харизматический пастор, музыка, хорошая детская программа, чистое здание, все эти вещи — это дополнительные удобства. Но ничто из этого не является причиной избрать церковь. Причина, по какой мы должны избирать церковь, — это учение этой церкви. Официальные учения этой церкви — это учение Иисуса, находящейся в Библии. Это причина. Именно поэтому я присоединился к этой церкви. И если найду церковь, я надеюсь, я никого не задел за живое, но если бы я нашел самую ближайшую церковь, я бы хотел быть в церкви, которая ближе всего находится к учениям Иисуса. Это и есть настоящая причина. И если вы присоединяетесь к этой церкви, это потому, что я надеюсь, вы верите, что учение о церкви это учение Христа. Давайте посмотрим на некоторые. Что насчет наших учений о Боге? Позвольте мне прочитать, каковы наши учения? Бог един, Отец, Сын и Святой Дух, единство трех взаимовечных личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и воздесущ. Он безгрешен и выше человеческого понимания. Однако познаем посредством его откровений о себе самом. Он во веки достоин поклонения, чести и служения всего творения. Мы верим в то, что вы назовете Троицу. Это слово вы не найдете в Библии, но Бог Отец, Сын и Дух Святой – это единство личностей. Таким образом, нет, мы не верим, что Иисус был сотворен. Мы верим, что все, что было создано, было создано им. Мы не верим, что Святой Дух это какая-то электрическая волна, которую Бог использует. Святой Дух это личность. Иисус говорил, когда Он, Дух Правды, сойдет, Он наведет вас на всякую истину. И Христос идентифицирует его как Бога Отца, Сына и Духа. Как часть Божества, во что мы верим по поводу спасения? О, потому что вы адвентисты седьмого дня верите в субботу, вы верите, что вы спасены, соблюдая э, седьмой день субботу. Хорошо, я снова сойду вниз на секунду. Улыбайтесь. Верим ли мы, что седьмой день это суббота? Верим ли мы, что мы спасены, соблюдая субботу? Адвентисты седьмого дня не верят, что мы спасаемся, соблюдая субботу, так же, как и баптист не верит, что вы спасены, не воруя. Из-за того, что вы верите во все 10 заповедей, это не означает, что вы исключительно спасены, соблюдая эту одну заповедь. Мы просто верим, что они все важны. И очевидно, потому что вы в культуре, где христиане обширно затемняют одну из заповедей, мы будем говорить больше о ней. Прелюбодеяние — это плохо. Есть церкви, которые не имеют проблем с этой заповедью. На небесах будут люди, которые не знали о прелюбодеянии. Возможно, вам трудно это представить. Немаловажная деталь. Я сойду и задам другой вопрос. Один из мифов, которые я слышу, это то, что адвентисты седьмого дня верят, что мы единые, которые окажутся на небесах. Верит ли кто-то из вас, что только адвентисты седьмого дня окажутся на небесах? Хорошо? Я слышу, люди говорят, о, адвентисты, они думают, что они единственные. Одна причина, по которой я присоединился к этой церкви, это я был наконец-то рад найти людей, которые говорили, они верят, что большая часть, э, в действительности это то, что писала Елена Уайт в книге ⁇ Великая борьба ⁇ большая часть, не меньше, самая большая часть верных последователей Христа находится в других деноминациях. Я подумал, это ободряет. Я не соглашаюсь с их учениями, но Бог знает их сердца есть много людей в этих разных церквях, которые любят Его и ходят во свете. Они дети Божьи, и Дух Его работает над ними. Также Он отвечает на их молитвы, но теологически они могут ошибаться в некоторых вещах. Я в этой церкви, потому что я верю, она теологически близка к Библии. Но адвентисты седьмого дня здесь есть что-то намного больше. Я верю, что в последние дни весь мир разойдется на две части. Большинство христиан согласны с этим. Будут те, которые имеют начертание зверя, и те, которые имеют печать Божью. Всех будут принуждать поклониться зверю. Это будет происходить по всему лицу земли, верно? Всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам. Другая группа людей будет верна Богу. И это означает, поскольку сейчас он имеет своих людей в этих различных деноминациях, будет время скорби, перед концом произойдет сотрясение, и люди будут распадаться на одну из этих групп. Христос сказал, есть у меня и другие овцы, которые не всего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, сейчас их много, церкви разделились. Другие религии насмехаются над христианством, потому что это очень раздробленная религия. Но так не всегда будет. Христос возвратится за церковью, которая имеет ту веру, которую Он оставил. Будет открытие, Апостольское, наполненное духом, библейское христианство. Перед концом мы возвратимся к библейским учениям. Хорошо, вернемся назад к нашим учениям. Мы спасаемся по делам или по вере. Спасение. Второе послание Ефесянам. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сионе от вас, Божий дар. Верим ли мы в это? Кто-то из вас верит, что мы спасены, соблюдая субботу или другие заповеди? Нет. И здесь, в наших учениях, сказано: мы принимаем смерть Иисуса Христа на Голгофе как жертву за наши грехи, и верим, что через веру в Его пролитую кровь мы спасены от греха и Его наказания. Только через веру мы спасены. Мы все верим этому. Ходит миф, что мы спасаемся, не я свинину. Или что мы спасаемся, и я больше чеснока. Люди верят в праведность по чесноку. Они приходят в церковь и сидят огражденно. Все через веру. И в добавление к этому, я, несомненно, должен говорить о законе и субботе. Мы не соблюдаем закон, чтобы быть спасенным. Мы соблюдаем его, потому что мы уже спасены. Иисус сказал, если вы любите меня, что идет первым? Любовь. Если любите меня, делайте что? Соблюдите заповеди. Если кто-то говорит любить Господа, но не соблюдать его заповеди, и он говорит, тот лжец, и нет в нем истины. И это не означает соблюдать на 50% или на 80%. Мы верим во все 100%, включая заповедь о субботе, которая никогда не изменялась. Вы найдете это в исход 20 глава. Помни день субботний, чтобы светить его. Не казалось бы вам странным то, что если бы Бог сказал одна заповедь, которую в действительности нужно забыть, это та единственная, которую я сказал помнить. Он сказал помнить день субботний. И затем на следующей странице он говорит, э, на самом деле это одна, которую вы должны забыть. Нет, он очень ясен в этом деле. Таким образом, мы верим в это. Мы верим в соблюдение каждой из них. Я не верю, что я спасаю скорее соблюдая седьмой день в субботу, чем за непрелюбодеяние, или за воровство и лжесвидетельство. Это все является частью Божьего закона. И если мы любим Господа, мы будем хотеть соблюдать Его заповеди. Кое-что разительно отличающееся от обычного евангелизма, это адвентистское понимание того, что происходит, когда вы умираете. Мы верим, когда человек умирает, он спит без сновидений, мирным сном. Он неосознанно спит в могиле до самого воскресения. Но, пастор, что насчет этого стиха в Библии, во втором послании Коринфянам 5,8 написано Выйти из тела и водвориться у Господа. Они думают, как только вы умираете, вы сразу отправляетесь где гетто в, в лона Авраама в призрачной форме, и затем, когда возвратится Иисус, вы получите тело, и затем вы станете перед судом, мы не находим это библейским. Прежде всего, это правда, что будучи вне тела, это быть присутствие Бога. Что означает, если вы спасены, то когда вы умрете, ваша следующая осознанная мысль – это воскресение и присутствие перед Богом. Вы находитесь за пределами времени. И Бог живет во всех измерениях времени. Но я и вы, мы живем в пределах этого времени, и воскресение еще не произошло. Вы все согласны? Христос сказал «Я воскрешу его в последний день». Очень внятно. Христос говорит «в последний день». Суд еще не произошел. Идея того, что люди идут в ад или в рай, как только они умирают перед судом, это не по-библейски. Так что да, мы в этой группе, и мы не единственные. В это верили многие протестантские реформаторы. Но из-за этих мифологических учений темного периода средневековья в церкви, э, все эти учения закрались в протестантские церкви. Позвольте мне процитировать Мартина Лютера. Э, на самом деле это написано лютеранским богословом Эйти Кентонен. В его книге Христианская надежда, страница 37, написано, таким же способом, как человек засыпает и просыпается утром неожиданно, ничего не зная, что произошло, так и мы воскреснем в последний день, не зная, как мы пришли через смерть. Это было учение Лютера. Он верил, что вы спите в могиле неосознанно. И также он верил, ваша следующая осознанная мысль ⁇ это воскресенье. Аналогично в это же верил Вильям Тиндейл. Возможно, вы слышали о индейских переводчиках Библии. Многие из этих евангелистов были бы удивлены тому, сколько из больших реформаторов верили в точно то же, чему верит адвентисты седьмого дня по теме смерти. Кто из вас был на похоронах, где говорили, о, наши возлюбленные сейчас, они на небе с Иисусом, они там поют и гуляют, и они говорят своим друзьям на земле идти к успеху, и они присматривают за нами прямо сейчас. Вы все об этом слышали? Причина, по которой не нужно путаться в теме о смерти, это потому, что Библия говорит, в последние дни Сатана будет использовать обольщающих духов, которые сведут людей. И если вы верите, что мертвые могут общаться с живыми, знаете ли, все эти духи и призраки, э, христиане не должны участвовать в этом. Если люди получают какие-то послания, возможно, это работа падших ангелов, которые манипулируют людьми. Но Библия говорит очень ясно. Живые знают, что умрут. Экклезиаста 9 глава. А мертвые ничего не знают. Живые – это те, которые прославляют Господа. Те, которые умирают, написано, выходит дух его, и он возвращается в землю свою. Псалтырь 45 глава. В тот день исчезают все помышления его. В Библии произошло 12 воскресений в Старом и Новом Завете. Вы обнаружили, что в каждом из них никто из тех, кто воскрес, никогда ничего не комментировал о том, что происходило, когда они были мертвы. Не подумали бы вы, что первый вопрос, который зададут воскресшему из мертвых, это, что ты видел, что ты пережил, как это было, что ты почувствовал? Но в Библии никто ничего не говорил о своем пережитии во время смерти. Все из-за того, что мертвые ничего не знают. Это очень ясно. Но такие истории доходят к христианам. И я знаю, это беспокоит людей, потому что они говорят, «Я потеряла своего мужа, и сейчас я чувствую его присутствие со мной». Вы знаете, у людей есть эти воспоминания, я уверен, они очень драгоценные, но они спят. И некоторые из вас знают того любимого, который умер и не знал Господа. Я надеюсь, вы найдете облегчение, зная то, что они не воскресли в то время, когда вы ходите по земле. Поэтому на многих гробах написано R.I.P. Что это означает? Покойтесь в мире, спите до воскресения. Так что это одна вещь, которая отличается от других верований. Следующее связано с нашим пониманием об Аде. Сейчас, кто хочет на этот раз? Я сойду между этими рядами. Хорошо. Мы были обвинены в том, что адвентисты седьмого дня не верят в ад. Позвольте мне спросить, верим ли мы в ад? Да, хорошо. Там горячо? Будут ли потерянные гореть в аду? Хорошо, просто на тот случай, я знаю, нас наверняка могут смотреть братья-баптисты. Они говорят, адвентисты седьмого дня не верят в ад. Мы верим в ад. И наш ад еще горячее, чем баптистский ад. Потому что баптистский ад горит и горит, а наш пожирает. Нечестивые не будут гореть вечно. И я знаю, это отличается. Знаете, во время темного периода Средневековья в церкви было очень выгодно пугать людей до сумасшествия. Идея того, что нечестивые будут мучиться вечно, на веки и веки, вы можете представить. Они также говорят, как только вы умираете, вы сразу отправляетесь на эти муки. Даже без никакого суда, вы сразу отправляетесь в Ад, чтобы гореть там на веки и веки за грехи одной короткой жизни. И если Библия говорит, каждому воздается по делам его, таким образом, если Адольф Гитлер получит такое же наказание, как и какой-нибудь подросток, покончивший жизнь самоубийством, не зная Иисуса, где в этом справедливость? Это не то, чему учит Библия. Иисус предлагает два выбора. Верить и жить, не верить и умереть. Иоанна 3,16. Еще в Эдеме дьявол говорил, не умрете. Эта доктрина о вечном мучении походит от дьявола, Бог сказал в день, который вы согрешите, вы умрете. Жизнь ⁇ это дар. Бог не дает вечную жизнь. Где в Библии сказано о бессмертии? Когда придет Иисус, тогда смертность превратится в бессмертие. Один Бог является бессмертным. Идея того, что грешники бессмертны. Дьявол хочет, чтобы люди этому верили, потому что он также будет брошен в озеро Огненное. Он тоже не вечен, только один Бог. Бог дает нам дар бессмертия при воскресении, которого мы еще не имеем. Таким образом, мы верим, что нечестивые пойдут в ад. Адриален, он будет гореть. Всем воздаться возмездие по их делам. Но Библия говорит, они будут уничтожены. Малахий, 4 глава. Они сгорят. И в Откровении 20 написано, сошел огонь с неба и пожрал их. Писание говорит очень ясно, что нечестивые сгорят в аду. Между прочим, в это верил Джон Стат, кто был наиболее влиятельным евангельским теологом в предыдущем столетии. Он твердо верил в то, что мы называем уничтожение. Нечестивые сгорят. И вы знаете что? Я чувствую облегчение, я буду с вами открыт, и скажу вам, адвентисты седьмого дня не удерживают монополию на этом учении. Но все больше и больше евангелистов, с которыми я встречаюсь, э, я встречаюсь с ними на некоторых из этих собраний, они подходят ко мне, оборачиваются во все стороны, чтобы убедиться, никто не слышит. Они говорят: Я соглашаюсь с вами касательно темы ада. Говорят, вы не можете доказать по Библии иначе. И такие как пятидесятники, баптисты, пресвятеряны, методисты, все больше и больше богословов в этих церквях приходят к выводам, что идея вечных пыток нечестивых походит от теологии средневекового периода, которая закралась в церкви. Но это не то, чему учил Иисус. Иисус говорил, когда мы пойдем на небеса, откровения, греха уже не будет, не будет ни плача, ни вопля, ни болезни, все будет новое. И если все новое, и там не будет ни болезни, а ни вопля, как можно говорить о каком-то месте страданий, в котором люди говорят на веки, веки и веки? Еще одна интересная доктрина касается святилища. Причина, по какой я говорю об этом, э, я просто подчеркиваю некоторые вещи, которые уникальны у адвентистов седьмого дня. Но несмотря на это, мы обычные христиане, которые верят и делают обычные христианские вещи. Но адвентисты Седьмого дня верят, что Иисус является нашим первосвященником. Учит ли об этом Библия? И существует буквальное жилище Божье, которое также известно как небесное святилище. Библия об этом говорит. В конкретности Послание к евреям. И сейчас Христос перешел к последнему служению, искупляя грешников. Да, однажды он умер. Он однажды принес себя в жертву. Но сейчас он ходатайствует за виновных людей. И если служение Христа уже полностью закончилось, тогда почему Он еще не вернулся? Чего Он ждет? Если уже все закончилось, что мы здесь делаем? Очевидно, что это служение еще не закончилось, и Христос продолжает свое ходатайство, свое посредничество. Если вы посмотрите в послании к Евреям, 8 глава, 1 и 3 стих, главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого пересвященника, который восел Одесную престола Величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии Истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Как и большинство христиан, адвентисты седьмого дня совершают причастие. Мы используем пресный хлеб и непереброженный виноградный сок. Так же как и баптисты, методисты, некоторые церкви используют переброженный виноградный сок. Мы верим, что это символ Христовой крови, которая не загрязненная. Она чиста и, следовательно, сок должен быть непреображенным. А также, возможно, мне не следует это говорить, но я верю, Иисус был адвентистом седьмого дня. Верил ли Иисус, что седьмой день ⁇ это день покоя? В Библии вы можете прочитать, написано, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Луки 2 глава, а также Марка 1 глава. Иисус верил во второе пришествие. Он говорил, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять. Один вопрос. Вы можете сказать, пастор Дак, адвентисты седьмого дня, я слышал, что вы культ. Вы слыхали это раньше? Если бы у Господа была уникальная церковь в последние дни, которая бы имела открытие библейской истины, и если бы вы были на месте дьявола, как бы вы хотели изобразить эту церковь? Делали бы вы все возможное, чтобы оклеветать их? Вы знали, что это то, что они сделали Иисусу, когда он ходил по земле? Они обвинили Павла в этом. Слушайте, что они говорили о Павле. Они называли его еретиком. Деяние апостолов 24.5. Найдя сего человека, звою общество, возбудителем мятежа между иудеями и представителем назарейской ереси. Они изобразили Павла как бунтовщика. Также смотрите в Деяниях 24.14. Павел говорит, но в том, Признаюсь тебе, что по учению, которое они называют Ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках. И поэтому, друзья, я и являюсь адвентистом седьмого дня. Некоторые называют нас культом, но я буду рад стать лицом к лицу, к пастору из любой церкви и сказать, вот на чем я основываю свои верования. Теперь позвольте мне испытать вас. В то, во что вы верите, это все о том, можете ли вы доказать, основываясь на Библии. И я уважаю, люди убеждены по-разному, и я понимаю это. Но я верю, когда Иисус вернется, будет великое сотрясение в нашем мире, и люди будут призваны вернуться к библейской вере. Я не знаю, как именно это все будет происходить, друзья, но что-то точно произойдет. Будет это сотрясение, это повлияет на нашу церковь, это повлияет на весь мир. И тогда люди будут искать Бога. Будет великое время испытаний. И во время этого испытания, я думаю, произойдет излитие Святого Духа. Люди будут браться за Библию, как никогда раньше. Народ Божий приведут перед царями и правителями земли, чтобы дать свидетельство. Мел Гибсон сейчас снимает фильм стоимостью 120 миллионов долларов о герое Адвентисты седьмого дня. Это история о Дезмонде Досе, который был награжден медалью за отвагу, который бы не взял в руки оружие. Очень необычно. И я знал его? Его жена была членом нашей церкви. Также удивительный человек. Но я думаю, множество вещей в мире происходят сегодня, которые воздвигают адвентистов седьмого дня больше на публику. И я думал, это было целесообразно воспользоваться этой возможностью и поговорить о некоторых достоверных фактах. И пускай наши зрители услышат это от лошадиного рта, как говорится. И поговорить об этом в присутствии свидетелей, которые поддерживают все сказанное. Таким образом, мы приглашаем людей самостоятельно изучать Слово. И убедитесь, что вы строите на камне, Иисус говорит, надвигается буря, и единственный дом, который устоит, это тот, который был построен на фундаменте учения Христова. Аминь.